Блядь, и... Ты ящера, что ли? Ты шипишь уже 2 часа. Чего? Кто шипит? Кто шипит? Ха-ха! Кто смеется? Меня. Но у меня как раз еще идет миссия за столько. Нихуя ты, баклажан, блядь! Нет, ну ты тут, сука, убезел! Ты мне нахуй с баром просто снес нахуй, блядь! Короче, это, блин, своим письмом, я не знаю, блин! Фанат Джо должен оценить. Чего? Как он тебя сносит. А, это да. Я играл. Не-не-не, я, если что, про аркадные файтинги, если что, тоже играл. Они, я сказал, я играл, я не говорю, что я прошел, если что, я играл. Ну там анимация у них крутая, на самом деле. Ну да. Я именно в аркадный играл, потому что там еще на GBA какой-то выходил, я видел, это на SNES какой-то выходил, это там причем JRPG чуть ли не какая-то выходила пожоже. Да, и все в основном по третьему тому, естественно. Stardust Crusaders это. Ну, самое популярное. Ну, там просто больше вариаций все-таки это из-за стендов, а не то, что там хамон, не хамон. Вот это как называется, блин? Гонщик, блин, угнал тачку, потом сам ее бросил, блядь, куда-то съебал. Гонщик нелегальный. Посреди дороги, типа. Ну, он, типа, знаешь, как закладку оставил только машиной. Ага. Хорошо, что его кто-то задавил там впереди. А я без шуток один раз проходил мимо парковки это и вижу, что-то из-под капота торчит. Оставил на месте, если что. Да, там на магните изолента такая висела. Ну так понятно все, ладно. Просто это была машина, которая там типа не на ходу, и она там уже стоит это, дохуя месяца. Машина Альберт Эйнштейн. Это был рогопоп. Прикинь, это робокоп идет к нему под сиську, руку кто-то запихивает и достает закладку. Он такой: мне нужно идти, где-то происходит преступление. На крыше! Я победил его! Ты нихуя себе! Это, но это был один после. Один нет, победа. Это второй побед. Второй побед, ну все, окей. Граф. Он заебался просто такой. Ну так я же говорю, Dark Souls стиль просто. Да, 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 заебать противника. Ну ты и пёс, она говорит! Там док ебан. Ну у него типа погоняло Mad Dog. У нее? У него. А, окей. Ну а она такая типа ты. Ну ты пёс, да. Да, как там Аска, да, звали это из Евангелиона, это рыжая. Она такая, ну ага. Ты пёс, Синдзи такая говорит, тебя только натренировать надо, надевай балетную пачку, сейчас будем с тобой танцем учить. Куда мы все идем? Ой, какая жопа, Юрайт. Ну там просто у нее, смотри, как она выпячивает жопу-то свою. А, ну да, сейчас она тебе этой жопой причешет. Причешет? Кто тебе там болит? Не-не-не, это в капюшоне, который... Та-ка-ка. Ага. Ну да. С косичками вот этими добили. Не!
Я, кстати, вот сейчас победил этого чувака, даже ни разу ему не проиграл. Звезды сейчас пьют. Может, игра просто жалилась такая, давай тебе это, изи включу. Знаете, как старые, да, эти игры же будут, да, ты там типа сосешь, давай мы тебе изи мод включим. Дайте я, блядь, проеду и так нахуй тут проеду. Нихуя! Это что за приём такой? Ладно, окей. Норм. Да, это Тао Кака. Вон там мужики в автобусе орут, блядь. Заживо их там спалили. Чё они орут хотят? Ну я их оставил в автобусе, их сейчас там взорвали в нем, короче. А, окей, я думал, типа они там орут какие-нибудь фразы хотя бы. Ну они что-то там гнусало орут, так не понял точно. Забавно, что поджарил, ну, людей с двух банд, а отношения только с одной испортили. Может, кого-то там побольше было по количеству просто? Не, вроде одинаковые две кучки. Да. Плыви или тони? Я понял, что это они. А, вот, как раз таксишка нужна. А в какой GTA Vice City появляется, кстати, это? Ну, я имею в виду не GTA Vice City, это, если что, это старый вот один с видом сверху. Первый? Да, наверное. Ну, первые все три города будет, поэтому. А, и Сан-Андреас там? Да. Собственно, сначала был Лигер-Сити, потом Вай-Сити, потом Сан-Андреас. Не, ну да, я вот просто... Второй ли это, типа, было или... Не, во второй там вообще какой-то... Там вроде Anywhere-Сити, типа, город где угодно был. Да, город где угодно. Ух ты, жопа! Это GTA вроде... По сюжету самое позднее, типа, хронология. Да, во второй, типа, будущее, фьючер, музыка, мазафака. Ладно. Мазафака, да. Ебать, она... Да, будущее 10-летней давности. Почти. Да, это то же самое, как сейчас выходит в эти комиксы, Iron Man 2020, а уже 2022 год, блин. При этом они ни разу, ну, на самом деле, не имеются в виду там то, что это будущее какое-то и так далее, если что, просто он так, линейка так называется. Не, ну, конечно, в 90-е, когда начала выходить эта линейка, да, это звучало, наверное, как будущее. Ну, понятно, да. Сука, на ласхите он пытался, у него тоже ласхит оставался, короче, это прям, да, это стендов прям какой-то был, это... спагетти вестерн такой прям был сейчас, окей. Ну пока антитак скажу, у меня с ней меньше намного проблем, чем с этим Азазелем предыдущим, я в разы меньше, да. Потому что вот я в углу сейчас зажал, а она выбежала из него, скотина. Не-не-не-не!
Мне нравится, у него красные труселя такие, прям это... Манят. Да, вообще. Да-да-да. Для бычары вроде тебя. Стоишь ты, Михалыч. Ты чё? Не стоишь. У тебя глаза белыми становятся. Зальёшь мне. Слушай, а ведь этих, как у них у всех же лица черные, да? То есть, ну, они кажется? Все в капюшонах, да, у них прикрытые. Ну, типа клан, ну, я к тому, что ни у кого не показывается лица. Да. То есть, не только у меня там. Ну, официально, да, только фан арты. Там по сюжету ее, я не знаю, кто она, ну, точно не помню, то ли... Вроде она и старшая сестра, типа, у нее там из-под капюшона видно, что у нее волосы там, типа, не такие, как у нее, они какие-то оранжево-золотистые. Ага. Так, что нам найти таксишку и не въебывать. Она же, я что-то помню, все поржать там пытается, да? Да, она все время ходит и жрать клянчит, и на Рагну натолкнулась, и все время его там объебывают. Ну, они то ли знакомы уже были. Он один раз даже что-то типа такой, ну и нахер, и съебался, не заплатив, ни за что ее там оставил. Бля, а как это Нима называется, где вот это там как раз... Лоля, которая все взрывает, там вот это фэнтези, это там это, короче, как будто Исикай тоже, там Аква однотянка, вот эта вот ходь, которая там без труханов постоянно. Да, спасибо. Канасуба, да. Я просто этот мем как раз сегодня видел, там фотографии, типа, когда главный герой использует свои спецспособности, уже панцы там пиздят. Типа третянки такие это стоят, это, ну, как обычно, типа, ай, ой, там украли это, и Аква такая стоит вообще с каменным лицом, потому что она без труханов проходит. Не на этот серии аниме делали пародию с Дефо, там, типа, где... Как еще раз? С Дефо картинка, это не по нему, там, где он там в руках куча трусов, короче, с таким, ну, типа, пофигистическим лицом, с сигаретой в зубах такой стоит просто вокруг тянки. Мне кажется, я не видел просто, поэтому, да, не знаю, увы. Мартин вроде кидал там. Окей. Вот, все, и победил я эту Такаку. Кто там следует? Сейчас посмотрим. И там с фиолетовыми волосами какая-то тянка. Аманы, мишки. Бон, короче, попался. Это не тянка, это трап, короче. Черт. Но я-то откуда знать должен был. Привет, маленькая девочка, ты в порядке? О, да, голос мужской, все слышу. Ты выглядишь бледный. А, не твое дело. Он все я там одного персонажа люблю. Этого пиздюка пытался в свой цирк затащить. Ну, в итоге он как-то очень круто на сюжет в конце типа повлиял. Он как раз вместо Рэйчел стал хранителем врата. Очень странный поворот, так сказать. Никто не ожидал тут проезд. Окей. Я бы не попался на то, что он трап, если бы услышал голос.
Привет, тебя Невский. Блять, вот если бы Невский под ямбу пытался замаскироваться, это было бы смешно, реально. Ты Невский, да. Это просто это, кстати, это анти, это немного отсылка к Жоже, опять же, потому что там во время Второй мировой войны, так скажем, один из Жоже замаскировался под ямку, когда они были двухметровыми качками гигантскими. Подходит к немецким солдатам, такой: «Привет, ребятки, у меня тут шампанское есть, может, разопьем его вместе?» Они такие стоят: «Ты, блядь, долбоёбки вот такие». Мы же видим, что там мужик, и он такой: «Чёрт, как они раскусили мою маскировку такой». Леди Барот сходит. Это был fucking... Это лучший Джозеф для меня до сих пор. Это Джозеф Джозбор, блядь, он смешной. Моки, что? Сейчас мы с тобой используем самую мою древнюю технику. Какую? Технику Джостера. Ух, наверное, это что-то важное и серьезное. Мы воспользуемся своими ногами, Моки. Как? Съебывая! Причем, кстати, это вот опять же к этой фразе японской «Нигеры, да моё!» Типа убегаем отсюда. Сука, Twitch баня уже людей, это японцев, людей японцев, да? А не людей японцев, он не банил, нормально все было. Короче, да, это когда они говорили... Короче, они Twitch их банил за фразу «Нигеры, да моё», потому что, ну, там нигер, типа, как будто звучит. Хотя они на своем родном языке говорили просто. Так, нужно срочно где-нибудь покраску найти, а то они нас опять пиздец. Блин, ну меня пугает на самом деле рожа, когда вот у тебя появляются диалоги с персонажами, они какие-то страшные. Понимаешь, ну у них иногда. Не, у них иногда тени такие страшные какие-то. Ведь снизу, вот когда особенно это. Нужно сдирать подбородок. Ну, приведешь пример, короче, что ты не шлю, потому что я пока не. Ну, в GTA-шке во второй, если что, я про это говорю. А, ты про GTA-шку? Да, про GTA-шку. Анимешная рожа, да, в GTA. Да, анимешная рожа в GTA сначала тоже, ну, не подумай, про мою игру говори. Ну да, блядь, вас, сука, там вас двое. Не, вас двое, но диалоги только у тебя, что характерно. В GTA нет диалогов, в GTA, блядь. В смысле, там снизу появляются же эти... Это не диалоги, это монологи называются, там нет второго персонажа. Ну ладно, 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 окей, окей, окей. Запутал человека, прости. Вообще. Ну короче, да, это вот эти вот пререндерные морды, это знаешь, как в стратегиях вот эти, опять же, StarCraft и так далее, они пугают меня немного иногда. И смотри, какой мужик вот этот вот просто носач такой, он вытянул. Ну да, прям. Он прям, это я. Блин, кстати, ребят, сегодня ехал в лифте, когда это посмотрелся в зеркало, у меня столько седых, блядь, волос в бороде появилось, скоро буду Гэндальфом. Всех поздравляю, чё, погнали. Да. Седина в бороду без выбора, да. Да, буду красить бороду хнойк скоро, как это, Джигурда. Ну, хуйню ты будешь красить бороду. Ну, это тоже. У меня хуй большой. Натянусь, как кисточкой буду красить. Что я-то? Да, что я-то. Я, короче, смотрю, вот... После этого появятся вопросы в Борме. Ты можешь сам себя отсосать там, это и так далее, да? Если ты хуем до бороды достаешь. Очевидно, что нет бороды, же не сосут. Ну да, спасибо за отмазку заранее. Гуру, я болею, блять. Я вообще, ты чё, я сейчас чтобы напрягался еще по какому-то поводу? Да. Нет, конечно. Нет, да. О боже, ты сделал пельмень. Она сделала из тебя пельмень. Я не понял. Чё происходит? А, астральный финиш. Да, да, да. Вот это вот ваншот, короче. Но она мне в какую-то, да, луковицу запухуярила, короче. И она из этой луковицы НТ в лолей превращает, короче. А, то есть он, всех, простите, да, я сказал, всех персонажей в лолей превращает.
Ну так я и так лоля, так что он проебал. В каком-то смысле он проиграл мне, я думаю. А ты выполнил миссию, поздравляю. Ага. Я просто заметил, что да, вот. Слушай, а я сейчас, конечно, тупой вопрос задам, но у GTA-шки второй, у него все-таки двухмерный движок или трехмерный движок? Не, здание-то трехмерное. Ну да. У них только персонажи спрайтовые. Я сейчас что-то обратил на это внимание. Мне всегда казалось, что вот этот вот эффект он все-таки спрайтами делался. Не, да, он трехмерный, да. Это как Кивич, это Рагнарок онлайн, это там тоже спрайтовый персонаж на 3D задний. Ну японцы любили, да, это дело. У них часто так прям встречалось. Ну на самом деле это тогда это было очень круто, потому что вот были те же самые World of Warcraft уже, это линейки всякие и так далее. А интернет не особо был доступный, так скажем, это он был с ограниченным трафиком у меня, по крайней мере. Поэтому в Ragnarok Online было заебись играть, потому что он очень мало там этого трафика жрал. А я в RuneScape вот не играл, да. Ну, просто еще, конечно, клиент пиратского сервака, Motor Online, Ragnarok Online, вот этого, он аж на игромании выкладывался, короче. Ну еще у нас на ФТП он валялся, кстати говоря. Я к тому, что то, что клиент сам из интернета качать не надо было. Или бы покупать его. Угу. Потом там уже появились у нас был Rock Game, это официально был от нового диска, что ли, или типа того, там сервак это. Но там у меня один одноклассник купил, короче, это вот Рогейм клиент и сказал то, что там экономика вообще нихуя не развита, то есть там все с самого начала начинается, там ничего хорошего не было уже, точнее не уже, а пока что. Ну это конечно мудак. Еще и Трап, блять, это Джеймс из команды R, я понял. Ага. У него тоже фиолетовые волосы как раз. Блин, реально в детстве меня это вот смущало пиздец, то что парень типа постоянно в тянку одевается и наоборот. Кто? Но команда R в покемонах там, это там Джесси и Джеймс это вот были, да? А Джеймс разве часто в тянку одевался? Чувак, он даже сиськи себе накачал в один. Блять, даже сиськи это было в одной серии, я не помню при каких обстоятельствах и как он это сделал. Да, но... короче, да, это Киви. Нет, я помню, что там. Просто там это вообще никак не объясняется. Киви, они каждый раз, когда появлялись, это он в 90% случаев играл роль тянки, да? Короче. Да, прикольно. Он всегда. Не, ну ты можешь. Очень современно. Нужна компиляция, понял. Не, ну он реально, он постоянно в женском обличии. Лапшу. Вот, причем, типа, вот в горячем состоянии я и манку терпеть не мог, и лапшу эту молочную терпеть не мог. Но когда они, сука, холодные из холодильника, прям вообще прям такой кайф был, прям ух. Угу. Чё, я сейчас ты мне напомнил, мне сестра просто это очень любила со сковородки вот все хавать как раз. Ну, типа брать себе вот это, знаешь, это дощечку, на которой все режутся, это и ставит на нее вот сковородку, это сидит, жрет, короче, там это все. И однажды мы когда были на даче, короче, мне было лет 15 тогда, это она 17-летняя уже, получается, была это, и она там нормально так это бухнула это, с ребятами с дачи. Я сижу там, я PlayStation 2 привез тогда на дачу, кстати говоря, потому что DVD-плеер был, это, и мы смотрели там мультики этих, там Гуфи всякий был, Дональд Дак, это и так далее, короче, сборник. Это, я такой сижу, это, сделал все бутеры, это, уже ушел от их Гухыча, это, сижу, кушаю бутербродики с колбасой,
Это и с кетчупом, это приходит сестра такая, это бухая. Ты хули мне без сыра сделал? Я такая говорю, погоди, это мои бутерброды. Такая, а, да? Ну ладно, я свои пойду сделаю. Пошла, сделала себе бутеров, села там. У нас еще двухметровые плюшевые игрушки просто были. Это там один слон был, а другой динозавр какой-то. И она взяла этого слона себе под бок такая, это, и я смотрю эту. Буфи, где в американский футбол играет. И они там проигрывают, и она такая берет его просто и начинает зажимать ему шею, как будто она вот задумавший час. И такая, да ладно, они все выиграют, не ссы. Такая говорит. Я такой сижу, окей, ладно, нормально. Ты что там, блин, во что-то тоже играешь? Да нет, пытаюсь здесь страницу загрузить, пишет недостаточно памяти, блин. Чего? Ты где пытаешься? Ты что? На Дэнди, наверное. Привет, Луда. Дроу. Инга, а чё, аниме? Йо всем! Дай. Да, он такой, так чё произошло? Да ничего, всё хорошо. Произошло убийство. Возможно, криминал? Ага. Поколем! Как это, блядь? Поколем. Из вратаря галактики. Орал постоянно. Friendship is criminal. Йо Антич, Йо Гуру, Йо Киви телепатически передает привет Гридону. Да, вратарь галактики, да. Ты его сам посмотрел, да? Да, да, да. Я говорю, блин, вот на самом деле за фильм дико обидно, потому что там видно, что чуваки очень старались, ну, в плане графония, да. Да он ни разу не хуже, чем у Марвела. Ну, за исключением этих штук, которые в костюм превращаются. О, а, да, ну это чисто дизайнерская срань какая-то. Это вот, то есть это, да, это фейл. Но в плане декорации вот именно вообще заебись сделано. Но, блядь, ну такой сюжет, такие актеры никакие, вообще такой пиздец во всем короче, остальном. Да там даже какой там фан-сервис там? Что там? Ну там же. А, да, 14-летние да, девочки. Да, и в нижнем белье, когда там эти тянки появлялись. Ну да, да, да. Борн заценил валют. Это такой фан-сервис, который даже не фан-сервис, понимаешь? Потому что там девки убогие. Ну, типа... ну я говорю, во мне бинар проснулся. Наверное. Там самое главное вот это, основная главная героиня, там какая-то унылая, что пиздец. То есть, типа... ну как бы она и... ну, ну она а как и главный... как главный герой тоже, не рыбный. Ну да, я вот хотел сказать, кто такие, погоди, там же парень, типа главный герой, это какая девушка главный герой? Ну, типа, не, ну как, она тоже, типа, главный герой. Не, ну да, да, но она вот... при этом нихуя не появляется потом да. В первом-третьем фильме. Ну типа да, но она ему как бы на мозги капает, и он такой, о, я тебя люблю, типа, с чего вдруг, почему, а блядь, потом... что произошло? Я буду ебать Лолю почему-то, потому что нет такого закона. Ну, не, ну мне там, конечно, дико понравилось это, блядь, Азари. Ну вот я про нее в основном говорю, потому что она самая фан-сервисная была. Ну это да. Она потому что даже в каком-то, так скажем, мешок из-под картошки, короче, такое было, это, и она в нем гоняла там это без нижнего белья, это там прям сосы торчали, вот и сидела. Чего? Да, а ты заметил? Я не то, что не заметил, я, наверное, забыл уже. Да, короче, вот эта тянка, которая Азари, это вот как раз это, она же там это в человеческом обличье. Ага, ну да, но у нее какая-то хипстерская одежда там, по-моему, была, нет? Ну, мешок картошки, да? Хипстерская одежда, все нормально. Ну, честно говоря, они, конечно, с ней сюжет вообще всрали. Я надеялся, что там они развернут, что как раз-таки вот этот хмырь, который там в тюрячке сидит, он типа нормальный, а эти, которые все из себя правильные джедаи, они окажутся гандонами, а оказалось, что нет, все прям максимально прямолинейно. Да. А, так, Луна там пишет, ребят, каких баб он пробовал? Белка-девку и пульку пробовал? Нет, пульку? Он только одну дрочит, что это...
все эти два читают. Скучный вообще парень. Не, ну попробовал за белочку девочку, но не получилось, пришел. Да, но я же просто хочу допройти, да, это за нее уж. Бери потом эту. Да, есть, есть, есть. Белка есть. Да, на эльф, в принципе, удобный персонаж довольно. А так мы, да, вратаря галактики обсуждаем, сидим. Бери потом эту Мононоке. Это как раз это... Ай, блядь. Не, я упертый, конечно. Но в меру. Иногда. Хоть не миллиард раз уже сказали, меняй персонажа. Я упираюсь. Своего персонажа. Все Моргана виноват. Давайте так хотя бы скажем, не то, что я лажаю, да, Морган. Да. Советчик. В какой-то веке Анди меня отбивал. Не, ну я, конечно, тоже повелся. Так что... Я просто это, Луна, если что, не проходил ни туториалы, ничего, я просто жму кнопки, да и пытаюсь понять, как не работает иногда. Прикинь, вот я понял то, что если кнопку жмешь, она работает. Жаль, ты не видела, как да. Он в настройки зашел, увидел, что за. Да, я охерел просто от того, что я не те кнопки жал еще до этого. Кстати, это, блин, это насчет еще покемонов, это раз уж мы Джейси и Джеймса там тогда вспомнили, это я помню то, что у нас, ну не у нас, ладно, в американском дубляже их сделали братом и сестрой, хотя они кузены, короче, тут это, ну, не сводные, блин, кузены, это в другом. Двоюродные. Ну да, 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 двоюродные брат и сестра. Блять, я никогда никак не могу запомнить, что такое вообще эти двоюродные, что, тем более, что короче, такое двоюродные. Короче, смотри, допустим, дети родных братьев или сестер твоих родителей, короче. А двоюродные, это куда еще дальше? Троюродные, это да, это уже двоюродные. Ну, короче, смотри, да, Кивич, вот есть вот у тебя батя, да, у него есть брат. Ну да, типа, у него родился сын, да, это твой двоюродный брат, а если это третий брат, это троюродный брат. В смысле третий брат? Нет, по-моему, если он двоюродный брат твоего отца, то его дети твои троюродные братья. А, окей, ладно. Ну, типа, то, что два брата есть у твоего бати, я сначала подумал просто, это по-моему. У второго брата двоюродный, все. Он даже Борн до конца не понимал. Ну да, да, да. Видимо, я тоже проебался, короче. Все, в пизду, Блазблу, иди, блин, я не могу больше. Закрыл его, блядь, короче, Альдов 14, реально, блядь. Я не выдержал, все, рейдж кубит, короче, да, сорян, простите, я не могу, блядь. Мне нужно учиться, блядь. Сервис надо убить, я не могу его убить, тихо, блядь. Так, во-первых, я заметил то, что ранги не появляются деньги за это. Короче, это Луна. Ты получила два ранга сейчас. Гендальф серый, и сейчас ты стала Гендальфом белым. Ну, веселых Гендальфа, блядь. Да. Гендальф серый, Гендальф белый, блядь. Такая панкуха играет в машине. А у них там свое же радио, да, будешь играть при этом. Да, так я даже на всякий случай проверю. Сообщение. Так, вот, все, да, нормально, да. Луна, Гендальф белый. Тони у нас эхто, Алекс снова тоже эхто у нас. И он проксит Тони. Анти, ты не богоподобный, но спасибо. Лада такая же, эктонит такой же.
Морги у нас Уильям Дефо без платья, Гургонор у нас Уильям Дефо в платье. Жар супергей. Грин тоже супергей, че ты ржешь? Подожди, у меня ж новая, блядь, роль была вчера. Новая роль супергей. Не, нет, ты не мог вчера Гендер. Короче, в классе, когда угадайка была последней. Ну это Русони, видимо, отходил. Я тоже в платье говорил. Да-да, ну это Уильям Дефо в платье, да, это. Ну, видимо, Рутони, как обычно, ёбу дал и откатил там многих. Потому что, я же говорю, сегодня мне пришлось перенастраивать Рутонича, чтобы включить все каналы. Но почему-то у Луны нихуя вот не сбивается, кстати, вот утра. Может, потому что стоит, она да? купила подписку какую-то. Ранги? А, ранги. Он не настоящий. Говорят, супергейт у вас не настоящий. Ей, Анти не такая, говорит. Ну да, судье расскажет. Супергейт под прикрытием. Так, но Грин, это чтобы да, это ты не обижался, я тебе поставлю Уильям Дефо в платье, потому что это реально следующий ранг. Ну и... А я не обижаюсь, мне как бы... Да, все, ну я тебе поставил это ранг, который у тебя был, но дальше давай. Работай, это в чате работать надо. Я могу только на тебя бар могу поставить, бабосы, вот не надо. Если особенно в Блазгу я играю, то не ставь на меня деньги, я проиграю. Это да. Эй, чувак. Вся эта гонка была ради того, чтобы пикапом дедулю забрать. 3 часа 6 минут. Никакого прогресса в игре вообще, блядь, не нравится. Кто это сделал? Это он сделал, этот парень. С большими пальцами на руках. А в том, чтобы подписывали донатик. Так. А мне сказали, типа, ей, Анти, ты чё? И в этом плане... А в каком плане Анти имел в виду? Погоди, типа, мы спим то, что с тобой? Ой, я вообще нить потерял, о чём речь вообще шла. Я тоже потерял нить. В каком плане чего случилось? Я не знаю. Ну, она сказала, ей, Анти, я не такая, мне денег жалко, я могу только на тебя, Борн, могу поставить бабосы, и... Но не в этом плане, а в том, чтобы подписку или... Ну я это и имел в виду, я же не подразумевал ничего там. Не знаю, о чем ты подумала. Это я пошутил. Я про то, чтобы кинуть тебе донат или подписку купить. Это типа ранг себе это купить, короче. Да блин, да это бучит вообще ранг покупать, что за бред. Это вот так же... Все равно он обнулится потом. Платины не будет, но вы держите. Не, ранг слишком лень. Да, да, Луна, это, ты говоришь, вот ранг слишком лень, при этом у тебя самый высокий ранг у нас в чате. Да, да, ну, на самом деле, Луна просто в чатике сидит, это в основном моя голос не забегает, поэтому, да. Увы, я не считаю ваши голосовые сообщения. Ай, не убивай. Но увы, ты супергейм. Теперь ты Уильям Дефо в платье, успокойся. Я же сказал, я тебе повысил ранг, это не для того, который был на угадайке. За мной еще деревня гонится, целая деревня с игрушками. Ну, кстати, хотя бы здесь не зацензурили этот флаг конфедерации. Фух, прошел. Бля, меня чуть не задавили. Фух, не зацензурили. Так, ну поскольку я знаю то, что Анти точно будет еще там это час где-то играть. Давай StarCraft.
Ну да, как вариант. Чё бы нет. Расслабься. Киви, Киви, я не уверен, то, что я сейчас смогу в StarCraft. Да, в смысле, там как раз... Пока эхты нету рядом. Да. Блять, сука, вот реально он заебал, блядь. Барм, почему я тебе подсказываю, ты этого не делаешь, блядь? Почему, блядь? Ну! Потому что я тебя не слушаю, наверное. А почему? А почему он, а не я? Ну почему? Ну почему? Ну потому! Ну потому! Так, ну ладно, окей, Киви, смотри, это, поскольку катки в StarCraft у нас с тобой по 5 минут длятся. Мы 6 с тобой еще точно сыграем. Чего? Я говорю, поскольку у нас с тобой катки в StarCraft по 5 минут длятся, потому что меня будешь ебать. Не, я тебе предлагал это, всю компанию. Компанию. Это как раз там веселые миссии начинаются. Бля, не, Киви, Киви, нет. Киви, нет. Сейчас, погоди. Нет! Просто... Да, да, да. Киви, просто понимаешь, что вот, вот эта вот Tower Defense миссия, третья или какая она там была, да? Угу. Ты просто понимаешь, что когда я вот ее в соло проходил, она раз в 10 проще была, чем это вот, ну, когда мы с Антищем играли. Да. Киви, да, 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 заеби себе, и вон пишешь. Только не Санчесом, а так. Киви, окей. Давай, сейчас. Да не, он все важно. Антич, как вам StarCraft хорошо сыгрался, да? А? Нормально вам StarCraft сыгрался? Я как, ну, с тобой. Вот я и говорю, при чем тут я. А я чё, Анти ты сказал? Да, ты сказал со мной куда-то там. Ой, блядь, сорян. Блядь, да я на эмоциях, блядь, после этого блазну не будет. Лебучего. Ляблю. Да, ляблю его, блядь, просто. Всеми булками просто обжал. Он трахнул меня в булку просто. Это он даже вот в промежность не попал, это он просто вот как в сиську меня трахнул только в булку. В ягодицу. Бля, буя. Короче, Киви, давай, смотри это. Если я за полчаса катку это в доту не затащу, это плохо, я ливну даже. Зачем? Ну, чтобы с тобой StarCraft пойти. О, господи. Так, сюда. Я просто думал, ты компанию сейчас поиграешь, а я посмотрю, мне сейчас играть вообще не мило, пиздец. А, погоди, я думал то, что ты предлагаешь мне это в коопе, это не, компания. Не, имел в виду сингл. Просто да, сингл. Я тупой, да, сорян. Давай, давай сингл нахуй, дота. Не, страдания, мучения, а так, сейчас... Так все нормально, смотри, это сингл дота, я хотя бы тут понимаю, что делать. Так... Да не дать ему больше, чувак. А не донать ему больше, ты там исправился, и он мне не дать ему больше. Не дай. О, сингл драфт, окей. Так, чё там? А, выбирает не выёбываться. Не-не-не-не, иероглифы тебя пугают. Чего? Один мудак отказался от игры. Зато меня в более быстрый поиск сейчас закинет. Вот это, кстати, прикольно это в доте сделано, то что если один мудак отказался от поиска игры, тебя кидает с высоким. Так стоять! Остановиться! Блять! Остановись! Морги, ты хочешь в дотан, если что? А, блять. Ну поздно, блин. О, блядь, морде все, сорян. We throw he buff момент. Сливай, пошли в ставку. С морде? С мора, с морде. Ну ты меня заинтриговал. Ну ща пока. Я не хочу в априори типа подбивать. Да чё, за один лифт тебя это самое? Да, да.
Три игры. Да и нахуй эту игру тогда, если она такая ебанутая, что тебя за один это лифт, короче, так и пиздец. Да, ну вот, кстати, вот Киви, вот без шуток, это чего, за что ненавижу Доту? Когда у тебя вот реально интернет разорвало, да? Ну да. И ты такой вылетел из игры. И это не твоя вина, ты не ливнул. А просто у тебя интернет разорвало, и ты такой, ну все, и тебя лоу приорити вот так вот кидает. Это бушит. Хотя бы они отслеживали бы это каким-нибудь кодом, я не знаю. Можно же это сделать по-любому? Ну да, это прям. Ты же ливнуть можешь, просто выдернув шнур. Ну, другое дело, что... Ну, хотя бы. Другое дело, что, типа, блядь, ну, типа, если ты не постоянно так делаешь, то как бы, ну, типа, если ты один раз там ливнул, да, и даже если ты просто клиента палец в 4 закрыл, как бы, ну, какая хуй разница? Ну, типа, если ты постоянно это делаешь подряд несколько раз там, да, или часто это делаешь, то должен быть какой-то лимит нормальный. Да, не, ну, Киви тут все-таки это, 5 на 5 это все-таки эта игра, там, это и силы уменьшаются, это у вас, это, скажем, армия. Уменьшаются, да, ну и что? Но если ты один раз это сделал, какая хуй разница? Ну, то есть, нет, ну, ладно, в 4 я согласен, да, типа, это ты сам решаешь, но если у тебя просто коннект взорвался. Ну, вот я вот именно про коннект, да. То всяко должен быть какой-то лимит, как бы, если у тебя это не часто происходит, чтобы, типа, мало ли что интернет пуганул. Ладно, окей, все, с Ивоном не поспоришь. Он такой говорит, это, блядь, твоя вина, что ты вообще доту запустил. Ну да, не поспоришь. Ну что, сейчас еще на час, короче, дота. Да, делаем ставки, сколько продлится эта карта. Да, Морди, это, слушай, давай я постараюсь по-быстрому затащить, короче. Морди, 50 минут. Морби на 50 минут. Ну, я думаю, это затянется минут на 50. Я полчаса говорю. Да нет, говорю, да. 50 минут. Гуру сказал или нет, или ну, из эскорта. Я не понимаю смысл такого пафосного исчезновения. Он пытается косплеить. Мне нравится, что Борм сделал ставку с учетом того, что он сам играет. Ага. Ну да. Но я делаю ставку, то, что я попробую, хотя, блять, у нас или такой... Или ты хочешь затащить за 30 минут? Да. А, окей, тогда понял. Не, 50 минут. 3.50. Час 15, давай, спидран. Гридон, ты с нами? Да. Ура, я счастлив, все. Гридон, твоя ставка. Что-то меняет. Если выиграю... Что? Неважно. Я ходил просто, да. Борм, короче, запустил доту, и он говорит, что за полчаса сейчас катку вытащит. Вот, да. я ставлю на 50 минут, что нет. Блять, из меня он за полчаса затащит. Всем привет. Здорово. Привет. Да, чего ты говоришь? Я говорю... Я за полчаса без него затащу, да. Полчаса, реально. А, то есть ты тоже веришь в полчаса мифически? Верю. Ладно, сейчас посмотрим. Да, просто много. Я в это Морди каждый раз извиняюсь, это там вот это и говорю, что, блять, Морди, не подумай, что это на твой счет, ну смотри, ты когда ушел, там просто, короче, был стрим, я сидел это и играл соло. За 25 минут катку затащил. Приходит Морди, мы проебываем, короче, за 45 минут. Морди уходит, и опять за 25 там за полчаса выигрываю катку, короче. Ну просто я понимаю, что я не доигрываю. Ой, да ладно, камон. И это становится причиной того, что наши игры становятся затянутыми. Так, ладно, веник, я понял. Ты фармить не собираешься. Нет, конечно, веник саппорт, ты чё? Нет, я верю, что Борм сможет зашить катку за полчаса, если он сейчас будет просто срать свою команду, и они просто срут за полчаса. Вот, это тогда, но вот, но так, чтобы именно затащить за полчаса, вот это вот что-то посмотрим, прям... посмотрим, давай. Что-то я прям как... Я просто после BlazBlue пиздец жилой, короче, это, поэтому я, может быть, и затащу, реально. Ну, смотря на героев вражеской команды, смотря на героев команды Борма, у них Фантом Лансер, у них Кунка, у них Урса, Дизраптор и Бэйн, а у вас ты на Миране? Понимаю, как позиция керри. У вас мидер Хускар. Что это у вас? Четверка Баланар. Который делит линию вместе с Андаенгом. Да. И Витамансер пятерка.
Видал, Кимич? Тактика есть все-таки в доте. Ну, нет. В отличие от Лиги Легенд, да. Тут есть персонажи, но тактики я что-то пока... Если ваша тактика затащит игру за полчаса, тогда я, может быть, и подумаю над этим. Блять, чё хуёво, у вас из АУЕ только, блять, первый скилл Виномансера, первый скилл Андаинга и... Ну, да, может, это может быть... Это кривая стрела, братан. Может быть, дизарм... старый ещё. А дальше всё. Только по СМИ полтора часа, простите, с тебя долг возьму какой. На тебя кредит запишу. Черт возьми, я паспортные данные скинул. Ага. Она хуже знает, наверняка. Ну да. При встрече же это, я дал паспортные данные, чтобы ага. Если там и будет изнасилование, короче, то тогда это она будет знать, куда идти. О, у нас тут это веник даже. Вау, какая еще встреча, да я тут не делаю. Но блин, вот это вот удобная спину. Миссия, мне я проиграл, типа, ну мне надо тут круги накручивать за определенное время, если я проиграл, даже заново не надо, просто там отошел. Прям кайф. Прости, Веник, у тебя атака медленнее, чем у меня, поэтому я, да, такой хоба, фармлюсь потихонечку. Он шутит, от него шутки такие, да-да-да-да-да. Ты сейчас кто-то побежал. Сейчас Влад мы сделали все, заебись пока что. Такой, типа, там внизу какая-то жижа, прям, знаешь, типа, сейчас ощущение, что он туда плюхнется и станет Джокером, что-то такое. Тоже зеленая какая-то вода. Ну да, вода тут странная довольно. Ай, блядь. Углы тут лучше не задевать, а то можно застрять так, что мало не покажет. Ну да, на забор-то нормально сел. Да. Он же, по идее, вообще как бы типа, ну, типа забор, так ты на него да. не можешь через него проехать, а вот упал и все. Типа, да. И главное, и машина еще такая, типа, загорелась, взорвалась, то есть он, mm-hmm. он еще и дамажит. Там типа. Сила трения, да, такая, что просто все взрывается. И прикинь, так это в мафии переезжаешь через мост, а он рушится, короче, просто. Какой-то Alan the Dark. Рассыпается. Ну, было бы интересно. И там еще, знаешь, короче, это пафосно все показывается, как какой-нибудь ванчарт или там, типа, там да, герой, да, 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 герой лезет через машину, там, вот это вот. Тут приходит домой, блядь, такой заебанный. И сцена как та, которая после погони, типа, блядь, да, да, что хуйня какая-то. Ты хули опоздал? Да там мост ломался, там, Ферштейн? Мне показалось, ты сказал Ферштейн просто. Да, я сказал Ферштейн. А, да, окей. Ну, а вдруг нет? Мне было нужно рандомное немецкое слово, я его нашел. Да, ладно. Где? А чё тебе надо сделать радиоуправляемое, телеуправляемое? Это все нахера, зачем? Подобрать трех ученых предателей, короче. А, и бомбануть тебе, чё такое? Вот она, это, Тесла, блядь. Беспилотная. Да-да-да. Предатель такси, спасибо. Привет, Лад, и пока, Лада. Да, и привет, и пока. Привет, пока. Лада сказал, скучная игра, так ты иди на гараж, там GTA. Там веселая, там веселая игра. Да, там, там, короче. Она понимает то, что она после перепрививки. Там Альберт, ну так позалипать нормально сам. Это дело, да? Ты тоже пойдешь привиться? Я там говорил. В любом случае будет что-то лучше, чем делать. Да у меня там это будущее. Говорилка просто посчитала. Спокойной ночи, Лада. Ну так прочитал это все. Да, да, привет. Привет еще раз. Йо-мор, Элдакаган. Мор.
Это длинный меч у кого-то тут прошел, нет? Угу. Прошел вчера. Миссия была, конечно, да, лютая. И главное же, никаких тебе чекпоинтов, нихуя вот этой вот современной этой херни. Это... Отличная урна, спасибо огромное. Я помню, в ГБАшной версии там вообще было, типа, сохранение на паролях было. Прикольно. Ну так ты на геймбой колор играл, да? Да, на геймбой колор. Ну естественно, тогда там пароли. А, меня просто нет в такси, это, ну, оно радиоуправляемое, теперь я могу там утонуть, что угодно, короче, главное убить этого, что в такси сделать. Главное, ты можешь что угодно, ты можешь утонуть, ты можешь... Но миссия... По поводу естественности, это, конечно, было странно, потому что сейчас во многих играх были уже вторичные сохранения. Но на ГБА не везде, это там дохуя было... Ну, на ГБЦ там дохуя было, это игры, которые с паролем были все-таки. Ну да. Ну батарейки всегда же дорого. Типа, ну да. Особенно карты. Когда это пиратские карты же еще, команда. Не, вот пиратских мы не берем вообще. Я, кстати, вот честно ни разу не видел пират на оригинальный геймбой в Game Boy Color. Да, у меня дохуя их было. Ты чего, серьезно? Ну, я только на GBA. Ну я говорю, это, видимо, у вас в Беларуси мало было этих пираток. Тут никому от спауна случаем в личку спауна прилетал. Короче, он пишет мне на табличке Твича за банти, это так, который сейчас у него на гараже. Он себе новый создал. Да, так пусть он скинет новый. Сейчас. Че, он сейчас зайдет? Ну да, он зайдет сам. Сейчас тогда забаним. Я на потом кто-нибудь скажет: Кивич на гараже банит вообще. Да, он всех там во всей Руси. Да. Распутил, мы нахрен покинул мат машин. Подожди, ты всего лишь роль убрал или еще? Сейчас я убрал роль, сейчас забаню. Сейчас забаню роль. Значит, вижу. Все, да не волнуйся, все хорошо, динамайся. Мы с тобой хорошо стоим, смотри, ни раз не умер, да? Так. Новый ник спаун, сейчас попытаюсь добавить его. Скинь ему ссылку. А, ты вот этот новый, да? Да. Ну пусть он на гараж зайдет, типа. Ну, ссылку ему скинь. Сейчас у нас где тут, господи. У меня вот пригласить есть. Людей, вижу. Беги, пожалуйста, выживи! Смотри, башенка! Заебись, ты охуенный веник! Просто, блин, мой божественный друг! Я сейчас представил, что он где-то гигантчик кричит, это, ну, герой, который там, GTA-шки. Ребят, все ставим ему лайк венику, он охуенен, он просто божественный, блин. Сейчас, блин, я ему все углы подмел. Пойду поставлю, короче, лайк. Пойду посру. Я-то тоже. Я сам охуел, как так получилось, пишет Веник. Не, Веник, ты сейчас просто божественный был, вообще, вот, без Б, блин. Меня предупреждаешь, типа, беги отсюда, я такой, я бегу оттуда, ух. Не, ну смотри, зато благодаря твоим советам ни разу не умер. А еще пофармился нормально так вообще.
Кридон? Да. Чё, как? Вы Кротон? Нормально. Что, что за тяжелые вздохи, как будто жизнь вся прожита зря. Я проклинаю разработчиков этой игры просто. Фрагера. Люди, которые не умеют это делать, а чем это делают, я не понимаю. А что они там навратили? Есть еще один. Хотя можно собрать этот. Ох, ебать, нормально. Хорошечно. Не, ну я сейчас вообще максимально хуёво на самом деле играю и езжу. Мне 0.32 счёт, блядь. При этом почти всю игру я реально бегаю и стараюсь фармиться. Отвратительно вообще. Отвратительно. Ну, похуй, ладно. О, покасики. А, да, пентаграмм. Какими меня думали уже хорошо. Какими сиками ты прощаешься? Паками. Покасики, блин. Ладно, я все-таки Рошана не въебу сейчас. То есть, ну я ему въебу, но я его не въебу. Не, хуево, я хуево все сделал. Ебать их там наверху. Все пятеро. Ну а о том-то и речь. Да, блять. Ну, я виноват. Да-да-да-да, ну, ладно, это, да. Ну да, сори, ты не урса, у тебя даже маски на вампиризм нет. У меня есть лесной предмет на вампиризм. Но он слабый. Так, такой себе. Каждая атака стоит 7 здоровья. Ух, ща, я лечу, резнулся. Лечу, им всем пизда. А чё сразу я-то, я не понял? Пиздец, как тут навалило, блядь. Да они все влетели, нам пизда. В смысле? Так быть не должно. А, ну пусть Фурион фармит. Все пизды быть не может. Да-да-да. Только одному. Потому что она 9, девчонок. Потому что небеса разрывают облака. О, разрыв небес. За это не сажают? На, не знаю. Путин такой говорит, да, это что это вы, кроме меня, кто-то имеет право облака разрывать. Ну, они же разгоняют там облака, чтобы салют ебучий сделать. Короче, да, я максимально бесполезный. Сейчас чувак очень-очень бесполезный. Ну, блять. Я тоже теперь это обосрался, теперь все. Не, ну ты хотя бы тащил. Моя ценность уже так себе. Сошла на нет. Ладно, есть еще шанс. Сейчас попробую кое-что сделать. О! Окей, хороший мечик выпал. Ой-ой-ой! Да, блядь, опять в меня пентаграмму кинули, сука, за что? Можно не в меня, пожалуйста, блядь, я заебался в дом. Ёб твою мать, мне все равно ёбнули каким-то образом. Я даже ульт дать не могу, просто сразу да, меня убивает. Я ульт прожал, я начал убегать, меня все равно убили. Чё, линку что ли собирать, блядь, против дум? Ну это я ебать тут долго я собирать-то буду. Да, она дорогая.
Ну да, 4600 голды, конечно, дорого. Ничего, я маску Владимира не крафчу, потому что у меня был лесной предмет, который был на регене ХП. Владимир лесной. Угу. Сучий потрох. Блять, я чуть-чуть не дотянулся до... Ох. Так, окей, его добил. Отлично, у меня есть байбек. Да у меня тоже есть, но я его не хочу использовать сейчас. Так, окей, неплохо. Два, три, два разменялись. Угу. О, Владимир. Влад, ты меня не серчай на меня, это синдром стрима. Вообще-то, окей, на самом деле, странное решение сразу тарить Кирасу, блин. Но так по закупу написано. И хоть после сапогов сразу Кирасу тебе написано, что ли, блин? Да. А у тебя сапогов даже, блядь, нету, о чем я говорю. Брат, смотри, я... Ну ладно, ты сейчас не видишь, короче. Я вижу в Дискорде, это ж пиздец. Да, вот видишь, это первым Кирасу стоит. Это бил сапогов, блять, а сапог! Сапогов! Владимир, сапогов. Сапогов, это надо фамилия, срочно звонить в справочную. Сапогов. Сапогов. Ладно, ладно, хватит разбираться в доте. Ты чего, зачем? В смысле, она у нас это главный разбиратель. Разбиратель Лего. Главный разбиратель. Кто-то мастер. Так, ты покупаешь Лего, да? Зачем? Чтобы разбирать его. Собирать, то есть. Потому что я в нем разбираюсь. Да. Пара сетэ. Гридон, смотри, я учусь. Я не стал объяснять шутку опять. Зря? Стал снимать корни. Да ёбаная рыба, сука, блядь. Ёбаная рыба. Я не знаю, что за хрень. Да не, ладно, все, не отмазывайся, ты теперь доты. Ты грандмастер доты теперь. Да, грандмастер, да. Чё там за файты у вас? Да у нас тут все печально, да? О, отлично. Ходи в думу не в меня. Не. У вас все печально. Не. Спасибо, может быть выживу даже. Я даже танго последний скушаю на всякий случай. Доброжелатель. Спасибо, Морди, ты сейчас меня спас. Свои фиссуры все сделал. Так, все, я теперь себе аганим шарды купил. Я теперь волков смогу превращать вас. Ёба. А для тебя ликан был самым тяжелым. Это, слушай, то есть мипа для тебя легче была, да? С вызовом сказал Бор. Просто кучу слов ты дурацких назвал. Да и бэк мышка отменена, попробуйте снова. Загрузка видео запрещена. Браузер убрал нахуй. Остановите кинематограф. Страницу закрыл. Загрузка запрещена. Причина остановки. Так, все, я прошел и несмотря на то, что я умер, я даже переиграл. Опер, вырубай нахуй. Да, я не прошел. Я слышал.
А то, что ты сдох, это... Это... Как-то, нет, просто оружие отняли и жизнь. Но я пойду на это, лишь бы, блядь, больше не возвращаться. Давай. Давай, спокойной ночи. Чё? Да я думал, ты сказал, я пошел. Я говорю, я пойду на это, чтобы не приехать. А, ой, блин, сорян, я думал, я пойду отсюда, нахуй. Ёбывайся. Да, из деревни. Ну, я хотя бы... Какие, блядь! Куда желаете спокойней? Да, блин, ну, сорян, у меня тут взрывы, хуибры, там, это... Хотя бы до сейва добегу, блин, хоть поспокойней. Алиса, значение слова хуибры. Кстати, зато благодаря гоним шардам это... Ебать. Ладно, все, отхожу, все, я понял. Фух. Серьезно, никто книжки не покупает, да?